Новый единый центр обслуживания открылся по проспекту Ивана Яковлева в доме номер 19А в здании управления. Здесь можно получить полный спектр услуг по газификации, по заключению договоров о техприсоединении, производству изыскательных работ, разработке проектно-сметной документации, выполнении строительно-монтажных работ и осуществлению авторского надзора. С открытием нашего единого центра предоставления услуг по принципу единого окна у заявителей появилась возможность не стоять где-то в очередях, ожидая приема, ходить по кабинетам, вот, искать специалистов необходимых. Можно прийти в наш единый центр и в режиме действительно одного стола, одного окна решить все те проблемы, какие могут возникнуть у заявителей с газораспределительной организацией. По итогам прошлого года сотрудники таких единых центров приняли и обработали от жителей республики свыше 6800 заявок. Разработка проектно-сметной документации, утверждение схемы газоснабжения, подключение оборудования. На все это уходило немало времени. Единый центр решает все вопросы. Я занимаюсь газификацией и начали работать через единое окно. Это очень приятно для нас. Решается просто быстро. И в случае со специалистом, на месте все решают все проблемы, специалисты высокого уровня, правильно объясняют и доступно. Среди клиентов центра физические и юридические лица. Вопросов у них бывает немало. Как эксплуатировать газовые приборы? Какие работы включает в себя сервисное обслуживание? И кому надо обращаться в случае необходимости ремонта? Сегодня единые центры обслуживания есть по Мискомбинатскому проезду 10, на Гагарина 6 и к концу года планируют открыть на Гражданской 42. Забота о клиенте – вот что стоит во главе работы специалистов компании «Газпром» газораспределения «Чебоксары». Вы знаете, такой комфорт, так приятно заходить, и кресла, и стульчики, и для детей все, и обслуживание хорошее, и табло прекрасное. Специалисты компании также напоминают, что многие вопросы можно решить через личный кабинет, а также по единому многоканальному телефону.